Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Если вы покупаете детям iPhone, лучше включить эти функции, заходим в настройки. Потом экран и яркость, это лучше высыпает. Да. Night Shift, да, вот. Night Shift автоматически смещает цвета дисплея к теплому краю спектра после наступления темноты. Эта функция может помочь вам лучше выспаться ночью, да. Вот запланировано все с 10:00 до 7. Ну, можете время потом изменить, да. Кто-то тоже, ну, пусть центр стоит. Все, вы можете здесь регулировать. То есть лучше высыпание дает. Автоблокировку. Размер текста. Ну, нормально. Так, дальше. Самое главное, вот это я хотел показать, да. Экранное время, да. Вы можете в покое поставить, а потом не может изменить вот это, да. То есть никакие приложения не будет включать, смотрите. Так, сейчас. Так, ну, сейчас, смотрите, не может, все. Ну, может, конечно, игнорировать, да. Игнорировать, ну, да, дальше выключить. Потом лимит приложения можно, специально определенный лимит приложения можно. Я, например, в Инстаграм каждый... Только 3 часа я могу заходить, например, в Инстаграм. Я 3 минуты, да. Расстояние до экрана нежелательно включать, она мешает. Я попробовал. Вот безопасность сообщения. Подключите, да. Функция безопасности общения может распознавать фото и видео с обнаженным телом до момента их отправки или просмотра на устройство ребенка. Функция также дает подсказки, предоставляет информационные ресурсы, соответствующие возрасту, чтобы помочь детям сделать безопасный выбор. Да. Включаем, все. Улучшение безопасности, ну, Apple, да. Ресурс, который помог обсудить с ребенком тему. Вы можете там посмотреть, что, какие темы можно с детьми поговорить и так далее. Так, и дальше у нас контент и конфиденциальность. Смотрите, контент включаете, и все, покупки. Покупки всегда запрашивать, всегда, если установка приложения, вы можете запретить, нет, удаление приложения тоже можете, смотрите, так, он не удаляется, вот, удалить, сейчас, удаление приложения, нет, все, видите, ну, мне не надо, да, встроенную покупку вы можете, это встроенно, например, играет Free Fire, либо PUBG, внутреннюю монету хочет купить, и вы запрещаете встроенную монету, да. И дальше, вот этот Apple Angel расширенная функция, вы можете все вот это скрыть, да, если детям не нужен, да, и FAPS, ну, не удаляется, FAPS Media Content, да, расширение медиа контент вы можете расширить, запретить. Кстати, вот главное вот это, да, Apple Store, медиа контент, интернет и игры, да, вы можете здесь настроить, да, видеоклипы выключить, фильмы только плюс, сколько вам детям, да, до 12 фильмы, до 14 лет, до 16 и так далее, вы можете это настроить. Телешоу точно так же настроить, книги, ну, книги не важно, приложение тоже, если вы, например, сделаете 9+, здесь многие приложения поудаляются, да, это, заметьте, сейчас, вот все, сейчас, вот все пропало, поэтому будьте осторожны, да, где мои приложения, так, что у вас вопрос не возникал, да, веб-контент без ограничений, блин, это тоже работает, я проверял, только одобренный сайт, без сайтов для взрослых, вот это пойдет, и можете не расширять никогда, добавлять сайты, если этот сайт доступен, добавить сайт, можете расширять, ну, Apple знает, кстати, какие откровенные, ну, здесь гейм-центр не надо трогать, если дети ваши играют, просто это личные ограничения, да, Apple Engine, Siri тоже, ну, это мне не важно, конфиденциальность, календарь, какие геослужбы используют данные, вы можете узнать, и по отдельности вы можете вообще все отключить, да. И все, так, фото какие доступны, фото, все проверенные приложения, я знаю. То есть, и дальше вы должны поставить защитные настройки, да, и все. Когда ваш ребенок хочет убрать это, он не сможет, да, все. Все, все. Например, я хочу уже что-то, как с ребенком, например, 20 просит пароль.
Так, это очень удобно, да, учет на все устройства, если вы, ну, это нежелательно, потому что если вы зашли со своим iCloud и ребенком, да, тогда уже у вас тоже будут такие ограничения, да. Ставьте лайк, подпишитесь, я думаю, как-то помог.